Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Wizard of Legend. Легенда о маге. Посмотрим, что это такое. Здесь есть синглплеер, есть на двоих игроков, есть версус, то есть можно, видимо, с другими магами сражаться. Так. Вот мы присоединились. Вот наш волшебник. Ага. Алекс какой-то. Я люблю смотреть, расслабляться и кормить птиц. Если ты хочешь посмотреть на музей Ланова, то тебе наверх. Ого. Нифига себе, что творит. Жесткий. Добро пожаловать в музей. Здесь какая-то фигня есть. Ага, мне дали какую-то карту. Что за карта? Блин, все по-английски. Вот меня... А, вот он вот так делает. Ты прикинь, можно. А, вот мне дали как раз таки эту способность. Я должен поймать его. Нет, нельзя. Ну, понятно, они здесь, в общем-то, общаются. Вот здесь какой-то древний маг. Крутой. Интересно. Так. Короче, здесь какие-то есть специальные элементы, которые в итоге могут сделать мага действительно сильным. Какой-то молния, земля, воздух, огонь и лед, да, я так понимаю? А, не, вода. Вот такие вот дела. То есть все эти элементы, совокупность этих элементов, можно будет, видимо, использовать. Здесь тоже какие-то картины. Во, видал, что творит? На-на-на-на-на-на-на-на. У него огненная магия, видишь? У меня вообще сейчас никакой магии нету. Так, и что, мне сейчас даст вот эти вот способности или что? Или я должен буду сам выбрать? Ага, вот он мне дал. Короче, вот есть такой удар. То есть мы можем сами протестировать. Это типа магия воздуха. А есть такая же атака огнем, как у этого чувака. Видал? Только немножко поменьше длительность у нас идет. Здесь такие же маги есть. И у них, видишь, тоже специальные костюмы для всего этого. Какие-то... Видимо, это фотки разработчиков, не знаю почему. Мне так кажется. Так. О, нифига себе способность у него. Короче, есть некоторые очень редкие заклинания, которые вот мы сейчас видим на этой вот штуке. Прикольно. А, вот и они, видимо. Совокупность... Смотри, Ball Lighting. Это, получается, шар... Молнии, огненное дыхание, вот которое он сейчас делает, и торнадо. Крутое торнадо какое-то. Это воздушная техника. Прикольно, прикольно. Сейчас мне дадут, кстати, какую-то способность еще одну. Давай, давай. Фаербол. Воу, прикольно. Так, ману. Она стоит ману, смотри-ка, это не просто атаки. То есть это действительно... Прикол, прикол. Это действительно стоит ману и действительно... А смотри, у меня какой-то эффект остается. Ладно, погнали дальше. Пока что ничего не понятно. О! Типа статуя великих магов или что это? Да. Типа такого. Огненный маг, земляной маг и ледяной маг. Ледяная королева. Ну, короче, прикольно, я не знаю. Интересно, можем стать таким же сильным, как они? Ладно, погнали дальше. Это что такое? Это типа мы можем выбрать класс? Или что? Ну, давай посмотрим. Это какие-то... Враги, видимо, будут. Сильные маги-враги, которых мы повстречаем на момент того, когда будем сражаться с ними. Когда будем в каком-то месте. Так... Также мы сможем найти, видимо, там все вот эти вот элементы хаотические. Редкая хаотичная аркана с неизвестным эффектом, какие-то стрелы с неизвестными эффектами, какие-то гемы. Гемы хаоса, наверное, так будет лучше, чем хаотичные. Так, ничего. Мы все прошли. Говорит, удачи тебе в твоих подземельях. Это че? А, это типа испытание, да, первое? Прикольно.
Вау! Испугал. Короче, нельзя им давать себя атаковать, я понял. Круто, прикольно сделано. Еще сундук. И получаем еще какую-то карту. То есть на Е теперь мы можем атаковать. Так, вниз. На Е теперь у нас есть какая-то специальная атака. Ну давай посмотрим. Ой! Он успел меня атаковать. Круто. Но это обычный воин какой-то, это ничего такого сверхъестественного себе не несет. Ой, я упал. А, то есть если падаешь в лаву, то тебя воскрешает потом. Это, видишь, какие-то специальные маги хаоса. У них есть тоже какие-то способности интересные. Все, минус. Кто еще? Кто еще на меня? О, пошло. Воу, слайм гигантский. Я слишком много, кстати, урона получаю. Нельзя так много получать. Замораживаем. Хоп. Замораживаем. Не, не получается. А у меня, видишь, какой-то еще за мной непонятный след идет. И этот след замораживает сам противников иногда. Готово? Блин. Нормально, победа. Ну слушай, прикольно все это реализовано на самом деле. Мне нравится. Это типа как испытательная комната. Комната испытаний, в которой нам показывают, как что работает. Я слишком много урона получил на самом-то деле. Можно было вообще не получать. Видишь, и жизнь восстанавливается как раз таки за каким-то столом. С печеньями и молоком, видимо. Тоже какие-то чуваки. Видимо, они тоже маги, а может быть и нет. Может быть, просто какие-то зрители. Так, ладно, 500 хп мы восстановили. Идем дальше. Вот какая-то статуя какого-то непонятного чувака, который всегда был в плаще. Видимо. Тик! Вон там какие-то эти силы хаоса используют чуваки. Смотри, мы можем в сундуках найти всякие элементы. Также можем переодеть персонажа, видимо, найдя вот такой вот шкаф. И можно будет менять все эти способности, которые у нас есть. Если мы зайдем в книгу. Окей, интересно. Ладно, погнали дальше. Так. Опа-на! Артефакт вырвался на свободу. Опа-на. Нифига себе. Извини меня, ты в порядке? А ты выглядишь довольно-таки спокойным. Или как-то так. Рад тебя видеть. Все с тобой хорошо. Добро пожаловать в свой новый дом. Короче, это дом волшебника какой-то, да? И, видимо, отсюда мы начнем свое путешествие. Вот, кстати, книга, вот гардероб, про который я говорил. И все это здесь есть. Ладно, мне это не интересно. Смотри. Мими. Ну, типа мимикрия, если кто не понял. Так. Это все, я так понимаю, прокачиваться может. Здесь у нас ничего нет, то есть ничего не открыто. Хотя, смотри-ка. Музейный билет какой-то есть и фризинг спрай. А, вот у меня она, кстати, и стоит. Ну, стояла, по крайней мере. Здесь у нас тоже ничего нету. То есть прокачивать здесь, к сожалению. А, не, подожди-ка. Браслет какой-то есть. Дружеский. Давай-ка его возьмем. А может быть, что-нибудь еще есть? Не, все. Дружеский браслет, а для защиты что-нибудь? Ничего нет для защиты. Окей, также можно переодеть персонажа, давай попробуем. Да-да, привет-привет. А, то есть синий и красный пока что есть одеяние, понятно. Со способностями разберемся сейчас. Стандартная способность понятна, то есть у нас менять ее нет смысла. Хотя бы давай посмотрим, что за стандартные способности здесь есть. А, ну только она. Только ветер, только она. Ну да, здесь все по стандарту. Здесь можно поменять, кстати... На ледяные способности, но мне кажется, вот эта способность будет покруче. И вот здесь тоже можно поменять. Либо на огненный шар, либо на ледяной. Какую-то ледяную волну. Но я думаю, что те способности, которые у меня сейчас есть, они более-менее поприкольнее выглядят. Так, единственный момент, куда мы можем пойти, это сюда получается. Какой-то портал. Угу. Столько всего, блин, нового. От одного интерфейса к другому и так далее. Смотри, здесь можно покупать какие-то штуки за какие-то кристаллы.
То есть, Bolt Rail, это дает нам способность какой-то... Молнии? Что, правда, как это будет выглядеть? Iron Spike тоже непонятно как. Этот вообще за 75. Gladical Cross. Давай посмотрим, что еще есть. Tesla Coil. Какие-то вещи, предметы. Если я сломаю ящики, у них что-нибудь будет? Нет, в ящиках ничего. Ну давай возьмем такую штуку чисто. Посмотрим, как это будет выглядеть. И вот, видишь, здесь книга сразу появляется, типа вы можете заменить. А, это способность, видишь, сразу получается стандартная. То есть эквипаем, можешь сразу посмотреть ее. Во, нифига! Прикол. Ну не, не. Это прикольно, я ничего не говорю. Но мне больше нравилось именно вот это вот. Она поприкольнее выглядит. То есть ты здесь можешь много ударов делать и не давать врагу к себе подходить. Это что такое? Какой-то защитный непонятный камень. Ладно, ну покупаю всех этих штук. Сейчас посмотрим, что это такое все. Блин, только всего интересного, слушай. Давайте здесь прочекаем. Смотри, здесь есть какие-то весы. Правосудие, я не знаю. Давай-ка их эквипнем, посмотрим, как они работают. Воу! Круто. Дальше смотрим. Какая-то защитная фигня. Воу, нифига себе! Нифига! Круто. А то есть они меня защищают, вот если сюда. Да, они еще и атаку, видите, производят. Не знаю, пока что мне нравятся они больше всего. Давай посмотрим, что еще там есть. А, Iron Spike я купил себе. Ну, то есть, вот, ты ставишь такую штуку, и она атакует всех. Прикольно. То есть, три шарика можно поставить, и пускай они атакуют. Прикольно, прикольно. Не, ну, пока что шахматы эти мне понравились больше. Ход конем прям конкретный. И лед, разумеется, еще есть. Это, видимо, те самые способности, ну, большая часть, которые мы брали как раз-таки в начальной миссии. Нифига себе! Да это не лед, это вода. Не, вот это мне нравится. Блин, такие крутые способности, слушай. Я даже и не знаю, стоит ли заменять. Ладно, пока что так, попробуем. Это все, конечно, очень интересно. Смотри, одеяние тоже стоит денег, это все можно покупать. Какой-то рыцарь. Что тебе от меня надо? Отвали. Здесь что? Здесь, видимо, гемы можно будет приобрести или что-то типа такого. Ладно, вперед на миссию. Давайте посмотрим, что вообще, как будет выглядеть игра-то. Ага, то есть еще несколько разных этапов. То есть сначала мы прошли, сейчас будет этап земли. Левел 1 из 1. Ну это данж определенный, это рогалик, я так понимаю, да? Воу! Ну прикольно, слушай, прикольно все. Мне нравится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Это что такое? Офигеть! Жесть! Пускай эта штука немножко приостановит. Не, сложно, сложно играть, ребята. Надо сначала, разумеется, понять, как эта вся игра работает. Механику ее изучить немножко. Так, остался голем. В принципе, можно его вот так вот сделать. Все, изи. И гемы с них, смотри, в каком количестве падают, неплохом. Все, там какой-то слайм еще стоит. Ты что стоишь-то здесь, а? На-н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 а. Круто. Блин, мне нравится. Игра сейчас находится в альфа-версии, кстати. Что будет дальше, пока что неизвестно. Здесь еще горшки всякие есть. Ой-ой-ой. Получай, и вода, и огонь. И медные трубы сейчас будут еще. Круто, блин, офигенно сделано. Знаете, очень похоже на аватары. Если вы понимаете, о чем я. То есть всякие элементов много. Ой-ой-ой, ой-ой. Много всяких интересных элементов и всего остального. Так, какая-то статуя, но здесь ничего нельзя сделать. Здесь по-любому будут боссы какие-то. И прочее интересное должно быть по-любому тоже. Опа,
Опа-на! Торговец! Офигеть. Какие-то интересные штуки у него есть. Или это не торговец, или это какой-то демон, предлагающий мне всякие вкусняшки. Угу. Я даже не знаю, что из этого взять. Дабл Тойл, Vampire Fangs, либо какой-то посох, непонятно. Давай Vampire Fangs, это получается вампирские зубы, да? Ну, типа мы совершили сделку с дьяволом или что? Я понятия не имею, кто он такой. Какой-то чувак в капюшоне. Хороший он или плохой, пока что неизвестно. У меня, кстати, меньше жизни стало. То есть, возможно, из-за того, что мы сделали с ним сделку, у меня как раз-таки меньше жизни стало. Мы, кстати, ускоряемся, видишь? То есть, ты сначала начинаешь бежать медленно, а потом через какое-то время все быстрее и быстрее ускоряешься, даже ничего не нажимая. Ой-ой-ой, это какой-то... Это что? Это какой-то земляной маг. Так, прикольно. А если, прикиньте, будет много способностей разных, да? Это же будет еще круче. Ты можешь комбинировать вообще все-все-все. Офигенно. Здесь по-любому еще есть момент такой, ну даже если его и нету, то он навряд ли, ну то есть 100% его добавят, скорее всего. Это улучшение, увеличение атаки, а именно критического урона, если, к примеру, ты атакуешь огнем, еще раз огнем, ну другой только, такой же огненной атакой, только другой. Вы поняли. Ой-ой, испугал. Пошел в жопу. Не, вот эта способность офигенная, вот я не зря ее взял. Этот чувак быстро атакует, кстати. Ага, еще торговец. Вот это вот действительно торговец. Сколько у меня денег сейчас? У меня 103 монеты. За 103 монеты я могу только healing points взять. Тут чисто подхилиться. Но это мне не надо. Healing points мне не интересны. Оп. О! Это что? Смотри, у меня есть три портала, видимо. Я могу выбрать, куда пойти. Есть красный, есть зеленый, есть черный. Давайте в черный. А, это не портал, ладно. Это типа, с какими противниками ты будешь сражаться. Что-то они сильные, ребят. Что-то я зря, наверное, зашел сюда. Офигеть! Что-то как-то жестко, если честно. Получай, говнюк. Ой, что-то больно. У него вообще много хп, офигеть. А вот эти вот... гадины откуда-то берутся все равно. Постоянно. Окей. Ну это типа босс, я понял. Не успеваешь его ударить. Ладно, нормально. Офигеть. Ну, в принципе, у нас все восстанавливается неплохо. Сейчас он еще раз стрельнет. Тихо. Нормально. Тихо. А, то есть я могу их отбивать, понял. Его элементы я могу отбивать, получается. Все, вырубили. Ну сложно, сложно было. И сундук какой-то получили еще. Или не получили. Получили. Опа, на сколько кристаллов. А, и это портал, видишь, какой-то появляется после этого. А если я зайду вот сюда? А, вот оно как сделано. Прикол. Давайте возьмем хилку. Вот, видишь, подхилились. Не полностью, но... много-много отхилили. А красный ведет другое место какое-то. А, красный к этому торговцу ведет. Мы вроде бы не все открыли, кстати. То есть можно побегать еще. Где-то здесь был проход. О, слаймы. Не попал. Не попал. Круто. Очень круто сделано. И со слаймом, кстати, очень дофига бабла выпадает. Сюда, 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 сюда.
Так, еще где-то здесь был проход. Давай-ка сюда сходим. Ну, голем, кстати, меня тоже впечатлил. О, еще один. Только подумал о големе. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно. Блин, меня чуть не убили, кстати. На. Развалился, а? Кусок камня. Ну, здесь, видишь, еще есть противники. То есть, здесь даже индикатор поставлен. Чтобы вы знали, сколько противников еще осталось. О, все. Эй! Что это такое? На. Готово. Лучник какой-то. Эх, эх. Изи. Смотри, здесь еще торговцы, оказывается, есть. Круто. А у нее мы можем купить способности, прикинь. Это, видимо, способности, которые нельзя будет купить потом. Хотя Scales of Babylon мы уже покупали эту фигню. Зачем мне предлагают те же самые способности? Какой-то дэш. Эрбюрст какой-то. Еще раз продажа, видишь, написано. Давайте купим эту штуку. Я ж сменить сейчас не могу, получается, да? То есть менять мы можем только у себя там. Но это странно. Вот тебе и распродажа. Ой, что-то я сначала не обратил внимания, что это противник. Готово. Ну и все, противников больше не осталось, потому что мы видим на индикаторе ровно 0. Горевших этих. Черепков, значит, здесь никого нету. И на следующую локацию, я так понимаю, что перейти. Нужно какой-то из порталов перейти или что? Нет, нифига. Блин, а вот сейчас непонятно становится. Я умер. Блин. Плохо. Ну не умер, я упал, короче. Плохо. Подожди. Там есть вот этот вот портал. Может быть, портал нужно? В котором я как раз-таки сразился с боссом. Ладно, не буду нажимать дэши, потому что у нас так персонаж очень быстро ускоряется. Во! Сюда! А, вот! Уровень первый очищен. Время 10 минут, голды 258, гемы, мапа на 100% очищена. Круто, блин! Это офигенно сделано. Но когда мы закончим с этими всеми элементами, что будет дальше, вот что мне интересно. То есть мы вернемся обратно в самое начало игры. Ладно, ребят, давайте на этом закончим пока что. Продолжим обязательно в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забывайте подписываться в паблик ВКонтакте, ссылки в описании и в шапке канала. С вами был Лекс, это была игра Wizard. Какой-то Wizard? Wizard of Legend, вроде бы так. Спасибо за просмотр и всем доброго.